Ну что, идем повторять? Фотокреатор, создаю мечты. Я тут в машине курю, не выю. Все в мире циклично, я режу круги. Мне сейчас нужны купюры, мне надо воды. Сотка за клавшу, топ и начало. Моя романтика в сердце квартала. И фото на памяти стаю у храма. Реально, смокер, ты не замечала. Короче, парни, я надеюсь, вы ознакомились. Смотрите, короче, парни, там такая задача, то, что там с СССР надо убить чела с ранбуста в вапсах. Ну, давай просто тест один сделаем, попробуем чисто. Ебать, там близко было! Смотри, ты умеешь ранбуст давать? Ты умеешь, иди сюда. Вот отсюда мне ранбуст даешь на него. Я на тебя прыгаю, мы дальше, короче, идем ранбуст делать. То есть моя цель — доработать момент, чтобы он еще идеальнее выглядел. Все поняли? Let's go. Ребята, оцените, пожалуйста, небо в комментариях. Вот смотрите, как красиво выглядит вообще неонуар с этим небом. Напишите в комментариях свои мнения, и я буду рад прочитать его. Поехали. На самом деле, это очень сложный момент. Ладно, блядь, его с обычного ранбуста, а мы, блядь, здесь еще дорабатываем момент. То есть мы еще пизжи делаем просто. Мы просто с отскоком сделаем, не хочешь отскок дать? Обратно. Этого еще никто не повторял, кстати. Не знаю, вот, блять, я, наверное, единственный человек, который додумался новую рубрику придумать на ютубе. Типа, переделать момент и сделать его лучше. Еще собрал. Ой-ой-ой, как там близко было! Там прям очень близко было. Прям вообще рядом. Блять, чел, ты можешь мне отскок дать? Умеешь отскок давать? Во, делай отскок. Вот ту же просто встань, да, встань здесь.